козули вот меня вдохновили, северные архангельские. Вот, и мне очень понравилось. Но у нас просто своя пасека, вот, и поэтому мы сделали пряник с медом. Вот, то есть получился имбирный пряник, не козуля, а европейский имбирный пряник. У нас маленькая, конечно, сейчас пекарня, маленькая совсем, вот, и мы работаем как бы 3 человека пока, вот, и ну, планируем расширяться, конечно. Муж помогает, он что делает? Он печет, он пекарь, да. Вообще, по традиции, мужчина пек это тесто, потому что оно очень тяжелое для женских рук. В Европе часто проводятся фестивали, когда города выстраивают целые из пряников. Придумали, какие именно сказки мы будем делать, щелкунчик, выбрали тематику и домики включили. Домики, елочки, чтобы лес как бы был, вот, ну, такая инсталляция. А у нас щелкунчик, морозка, снежная королева, емеля. Что за тесто используется? Тесто медовое имбирное. Вот. Мы растапливаем мед, маргарин на водяной бане с сахаром. Вот. Потом мы это все остужаем, добавляем туда муку, имбирь, корицу обязательно, яйца, ну, 400 грамм маргарина. То есть это 2 пачки будет маргарина. Мы добавляем 400 грамм меда, 300 грамм сахара, муки 700 грамм, 2 яйца. Как формуется тесто? Это формы какие-то или ручная лепка? Это формы, это вырубки специальные. Можно нарисовать любое вообще изображение, вырезать сначала на бумаге, а потом вырезать это ножом, и все, у вас будет готовое тоже. Но оно будет не очень ровное, только при выпечке, и все. Сверху это глазурь. Глазурь делается яйцо. Белок яйца, 1 белок на 200 грамм сахарной пудры. Можно еще сделать пищевые красители добавить. Можно добавить натуральные красители. То есть там сок вишни, допустим, делает красный цвет вам. Это вообще будет эко-пряник.